волшебная совершенно встреча с фильмом «Практикумом. Капель света молодой зелени». Фильм прям как методическое пособие, помощь такая сердечная, дружеская в том, чтобы оттачивать движения, прямо вот научиться их так красиво выполнять. И учит еще слаженности, дружности не только в танце, но и, конечно же, в жизни. Хочется также красиво делать все, лаконично, вместе с друзьями. И, конечно, жизнь от этого тоже может стать такой яркой, красивой, как капель.